Так. Ну, а мы пришли на завтрак в отель «Амбаж». Такой просторный, просторный ресторан большой. Много с чаями, кофе. Кормить здесь, ну, я так скажу, конечно, далеко не лучший вариант, но минимум все есть. Голодным не останешься. Вот абсолютно вот минимальный стандарт. То есть, я видела, поверьте, гораздо хуже варианты. Здесь, пожалуйста, вот выпечка. Да, круассаны здесь. Там яичницу жарят. Бобы их восточные, вареные яйца сейчас закрыты. Эти сосиски куриные. Да, сами вот эти. Вот такие вот. Йогурты. Мамульчик, возьмешь мне? Да. С фиником. Йогурты, колбаса, сыры, пицца, да? Дыня, грейпфрут, финики, апельсины. Все абсолютно минимально. Пинкейк, блинчики. А это фалафель. Yeah, фалафель. Вон он, да. Да, Сань, что ты говоришь? Что мы с тобой? Что ты орешь, пирожок? Мама снимает. Как туда? Куда туда? Вон, сейчас бабуля все. Туда. Такой вот ресторан.